Добрый день. На обзоре томат Don's Double Delight, или как он переводится, двойное наслаждение Дона. Плоды у этого сорта очень красивые, красные, в полосочку такую желтую. Вот взгляните, плоды очень красивые, конечно. И мякоть у него мясистый, нету семян, мякоть тоже красивая, как бы двухцветная, красно-оранжевая. И вкусный сорт, но единственная урожайность. Сейчас я вам покажу кусты, сами увидите. Я этот сорт в следующем году сажать не буду. Ну вот первый куст. Как видите, три плода и один я снял. Четыре плода. Это вся урожайность этого томата. И все остальные тоже. Помимо того, еще приболел. То есть с куста можно получить от 5 до 10 плодов. Это максимум за сезон. Куст высотой до 2 метров. Лист картофельный. По сроку созревания среднеспелый. Плоды полосатые, как я уже сказал. Сейчас мы их взвешим. Вот такая вот мякоть. Да, они вкусные, но проблемка с тем, что урожая нету. Вес 254. 200 грамм. 189. Такие вот плоды красивые. Да, ими можно удивить друзей, знакомых. Положить на стол такие вот целые. Но они не годятся для получения большого урожая. Так что этот сорт советую тем, кто гоняется за новинками, кто хочет попробовать этот сорт. Возможно, конечно, в другой полосе он будет урожайный. Напишите, если вы выращивали этот томат, какой урожай получился у вас. Потому что у нас этот сорт дает самый слабый урожай из коллекции. Несмотря на то, что новинка, я его приобрел, думал, что он классный. Да, он классный, но не во всех параметрах. Семена, конечно же, с него я соберу. Если вам интересно его посадить, обращайтесь. В описании под видео ссылка на мой сайт, там заходите, можно купить семена. И обязательно напишите в комментариях, как вам этот сорт, если вы его выращивали. Мне он не понравился, и выращивать в будущем его не буду. А что вы скажете про него? Пишите в комментариях, жду ваши ответы. Ну а сейчас прощаюсь с вами, до новых встреч!